Спрятали от меня. Ты куда лезешь? Я к вам не лезу, это вы ко мне лезете. Запах же есть в комнате. Папа! Зезу! Последнее видео Шералиевича. Завещание есть? Не, сюда не надо. Можете покушать. Самое главное, знаешь что? Не, я не буду смотреть. Вот ты когда напрягаешься. Короче, нарвался в Ютубе на вот эту запись. Посмотрите, как он за Майкла Джонсона болеет. Вот он и он там сзади. А вот этот нормальный пацан за меня болеет. Красавчик. То хулигана, смотрите, да он думал, что удушающий прокатит. Понял? На нем смотрит. Ах ты хулиган. Сейчас посмотрите, как пацан расстроится. Смотрите. Ай, все как радуются, да? И вот он обиделся. На него смотри. Чё ты, братишка, не расстраивайся. Вот он, кто за меня болел. Красавчик. Вот этот парень. Найдите, да, по-братски. Кто знает, напишите мне в директ, как его найти. Ему тоже что-нибудь скажите. Я газовал, я прорвался. Да, одно лишь прошло. Вот это голос мой не из меня, как если бы так. Смотри, какой вопрос. Химический? 13 раз, брат. За год меня Юсада проверил 13 раз. Вот с моей стороны это был глупый вопрос, но в адрес ходил вам. Ну ничего, я просто так газанул. Для вас специально. Вот один момент, ты когда бил его на полу, почти 3 раунда, ты понял, что у него нет вариантов двигаться, защищаться, и он же не тянет с тобой. Что ты чувствовал? У меня в душе было, знаешь как, каждый раз я когда бил, я хотел сказать всем, кто сомневался, что вы, где вы смотрите же, обязательно. Я надеюсь, вы смотрите это. Надеюсь, Конор там в раздевалке смотрит это. Хабиб, не мог не заметить твой бомбовый костюм. Вот вопрос, ты сам играл? Нет, честно сказать. Нет? Брат, он говорит на Алимага. У него вкус лучше, чем у меня. Пару слов моим подписчикам. Одна просьба моим подписчикам, к нему не переходите. Подожди, Хабиб. А репост сделаешь? Если там искаженный мой голос не будет сделать. Да, все, порешали. Нет, ну такой чистый, братский момент. Брат мой, отпиши тебя за все. Смотри, Хаб, я бутылку, я поставил эту монетку вниз под бутылку, сейчас она внутри окажется. Посмотри. Посмотри отсюда сверху на руку.
Ассаламу алейкум. Алейкум. Это наш министр Дагестана. А что ты? Молодежи. Я уже побегал, брат, я вниз сейчас поеду. Все, брат, тебе удачи. Коннор, ты что, с коня сбросился, что ли? Ты знаешь? Макгрегор. Да какой Макгрегор, Макгрегор, бля. Коннор, кентаврик, бля. Подожди, я сейчас дух поймаю. Эльда, ой, на вас. Эльда, бля. Если в первом раунде Марк Хант не уронит, я делаю 100 брусья. А если уронит, Урбан делает. Все. Вот только бой начинается. Сейчас он ему на пятку болёт. Я не знаю, давай, пошёл. Считай. Это что было, пацаны? Я случайно угадал, случайно. Она сейчас с тобой знакомится, брат, отвечай. Мол, ты ее не видишь, да, Ислам? Только ее не выпускай, смотри. Посмотри, посмотри, как она все. Она сейчас тебя будет смотреть. Не, она ничего не сделает, Ислам. Отвечай, я сейчас к ней подойду потом. Давай, дай мне перчатки. Okay, let's go. I'm gonna translate, brother. Let's go. Что ты говоришь? Я он говорит на русском, что я сказал. Говори, я ему на английском буду говорить. Уже не помогает. Yeah. This guy need improve his English, brother. Without English, he cannot like promote himself. He need English. Мою конюшню видел, да? Ты мою конюшню видел, да? Ты заезжаешь! Дай! Давай, иди. Не бойся, иди. Уходим! Теперь! Реал! Реал отдыхает уже. Какой реал, тут плов лежит. Саба, тут пацан выскочить с тобой хочет, вес, я его чуть торможу. Я тебе на аварский переведу потом с американского. Он у тебя выпалил. 900 очков. 900 очков. Хабиб, ты молодец, конечно, но я тебе один лучше не встречаться. Ты хороший парень, ты хороший боец, но со мной тебе лучше не встречаться. Не тягайся со мной, братан. Своя дорога у тебя, у меня своя дорога. Михаила Галустяна к бою с Хабибом Нурмагомедовым. Как проходит ваша подготовка, Михаил? Нормально проходит. Как вы считаете, вы готовы к бою? Михаил, вы готовы к бою? Ты заебал, блядь! Михаил, ваш спарринг-партнер Максим Давыдов. Как вы? Михаил, вы готовы, однозначно! Alright, go!
полностью, брат, газон. Пошел. Не фулмаут, фулмаут. Пожалуйста, пожалуйста, давай это сам. Бумаги приготовлены на стол, давай. Hey, what's up, brother? Look, look this guy, brother. Look, look, look this guy. Wow, and you. Запускай да. Орейса. Это вот это будет внучка, это её. Нет, с фашистами, с кем-то делать. Не только искусственно, но важно. Если по французам, какая разница? Кровопролитное столкновение или шедевстве. Ладно, Антон. Ладно, Буга, Академия. Дэна, you on live. You on live. Live? Yeah. Live. Kyrie, baby. Khabib time. Della, yeah. What time is it? Habib time! Conor McGregor, right now! You now, Habib Nurmagomedov! Habib Nurmagomedov! Spock Conor McGregor! Number 4 ranked lightweight contender in the world! The come on, babies! Kick this fucking guy's ass! Let's go, DC! Ah! Fucking guy has nothing for me! Hey, Sajid! My man! I want to see you again. Maybe next year I go to Mahashkala. I go with you and your family and your house. I want to talk to you. I love you, bro. I love you. I have good time with you when wrestling. I was there with you and in the Mahashkala. I have good time. God bless you, my man. God bless you. Сажит, он говорит, я люблю Махачкалу, я люблю тебя, говорит, я счастлив, что много времени провел с тобой, борцовское время с тобой провел. Хочу приехать в Махачкалу, говорит, к твоей семье. Короче, всем спасибо, говорит. Говорит, что любит Дагестан. Рамелло. Опа! Call me a bitch! Hey, now I know what this means, yeah, you bitch! Hey, motherfucker, we don't know! No, I don't say this! I don't say this! I never say this! They kept telling me to say, yeah, you bitch! Had me calling myself a bitch! That's messed up! For weeks! Bullshit! You make me call myself bitch! У этого что было? Нет, как его зовут? Суфьянова же это. Погасли! Нет, другой! Да, на берегу это. Давай дальше другой говори. Дальше. Я этого слова даже не знаю. Подожди. На берегу что там было? Закат. Каспийское? Море. Нет, другой. Каспийское? Груз. Нет! Каспийское! Озеро? Нет! Озеро. Ну вот это! Рио-де-Жанейро, что? Нет! Время!